Здравствуйте. Я смотрю, мы начали уже все собираться. И сегодня у нас будет тема приятная очень про отпуск и косметичку в отпуск. Меня зовут Перфилева Татьяна Игоревна. Я практикующий косметолог, тренер компании Гельтек. И пока мы здесь все собираемся, я смотрю, участники присоединяются. Подскажите, пожалуйста, хорошо ли меня видно, хорошо ли меня слышно? Если все хорошо, поставьте, пожалуйста, плюсик. А я пока, наверное, поговорю о такой, ну, лирическое такое вступление будет. Что для нас... Да, все отлично, спасибо вам большое. Все, значит, меня хорошо слышно, хорошо видно. Спасибо вам, коллеги. А если вы не коллеги, то просто слушатели. Кстати, подскажите, пожалуйста, а кто косметолог, кто просто пользуется нашей косметикой, просто потребитель нашей косметики? И, наверное, сейчас такое лирическое вступление, что для всех участников нашего вебинара я сейчас в чате размещу промокод, и по промокоду «Отпуск» вы можете в течение недели получить дополнительную скидку на ваш заказ. То есть понятно, что вы делаете заказ на нашем сайте. Пока у нас только пользователи косметики отозвались. А есть ли косметологи? Если есть, поставьте, пожалуйста, плюсик. Мне интересно. Давайте тогда, пока у нас, ну, отвечают наши коллеги, слушатели, поговорим, что же для нас такое отпуск. Ну, в первую очередь, отпуск у меня, не знаю, как у вас, ассоциируется с такими приятными времяпровождениями, как солнце, море. Меньше, конечно, это, наверное, летом хочется говорить о каких-то экскурсионных программах, путешествиях в городской среде. Почему-то вот больше на ум приходят как раз вот пляж, море. Ну, горы – это такой специфический отдых, все-таки пляж и море. Софья, вы косметолог. Отлично. И что же нас будет поджидать на этом пляже и на море? Нас будет поджидать такая история, как встреча с окружающей средой. Мы вроде бы и в городских условиях со всем этим живем, встречаемся и не думаем о том, что большинство, наверное, времени, если мы, конечно, там часами не гуляем с детьми, то мы встречаемся с солнцем. И так как у нас сейчас величина солнечного дня весьма такая длинная, то мы встречаемся с ним весьма плотно, если мы там на пляже или гуляем с детьми. А если мы в городских условиях, то, конечно, с солнцем мы встречаемся гораздо меньше. И не обращаем на такое внимание, как УФ-индекс. Да, специалисты, коллеги, там, врачи, медсестры, косметологи, эстетисты меня поймут, потому что этим УФ индексом, скажем, нас почуют практически везде и всегда. И вы, наверное, со мной согласитесь, что мы, наверное, на этом уже там собаку съели. Что же такое УФ-индекс, поясню для неспециалистов. Это международный стандарт измерения силы ультрафиолетового излучения. Ну, кто-то называет его солнечной радиацией. И это излучение у нас вызывает солнечные ожоги. УФ-индекс, он отличается в разной локации, в различное время. То есть на одной широте будет разный УФ-индекс. На широте Москвы будет один УФ-индекс, на широте, допустим, там Египта будет другой УФ-индекс в одно и то же время. И чем выше значение УФ-индекса, тем выше вероятность получить ожоги или какие-либо повреждения глаз.
и тем меньше времени необходимо для получения этих повреждений. Мы привыкли, ну, думать, слышать о том, что ОФ-индекс опасен только для кожи. Нет, также он вызывает повреждения глаз. И поэтому часто мы, может быть, слышали, но не обращали внимания, когда говорят, что ОФ-индекс такой-то, мы одеваем солнечные очки. И все, ну, большинство, скажем, не все, это неправильно, большинство думает о том, что, ну, это, наверное, чтобы не щуриться. То есть не щуриться и чтобы не было там мимических морщин. Не только. И в первую очередь мы будем обращать внимание на лучи, так называемые UVB, UVA и инфракрасное излучение. Вот когда мы сталкиваемся с прогулками, либо там с пребыванием на открытом солнце, в первую очередь мы сталкиваемся с лучами UVB и видим в первую очередь их воздействие, потому что как раз они вызывают ожоги, солнечные ожоги, солнечную эритему. А вот инфракрасное излучение и лучи А, они опосредованно действуют на нашу кожу через свободные радикалы и будут повреждать более глубокие структуры кожи. И в том числе будет не только повреждение глубокое, но также угнетение функций местного иммунитета. И давайте поговорим о таком прекрасном. Я не знаю просто, кто смотрит с компьютера, кто с телефона. Если вы смотрите с телефона, наверное, вам будет не очень видна картинка. Я поэтому ее проговорю. Смотрите, есть вот кроме лучей, которые я говорила, лучи типа А, лучи типа Б, есть еще лучи типа С. К нашему счастью, на наших широтах, как правило, все нормально с озоновым слоем, и поэтому лучи типа С, ну, не достигают нас. Они вот самые ужасные, самые страшные. Мы сталкиваемся, вот я уже говорила, с лучами А и Б. Лучей типа Б примерно 0,5% достигает Земли, но нам хватает. И в летнее время, вот весна, лето, начало осени, самая-самая высокая их активность – это с 10 до 16, как раз когда рекомендуют не находиться под прямыми солнечными лучами. И чем ближе, южнее к экватору, то диапазон этого времени опасного, он шире. И что характерно, что эти лучи не проникают через стекло, не проникают через оконные стекла, там, машинные стекла, то есть они задерживаются. И, как я уже говорила, они как раз и вызывают ожог кожи. Лучей типа А, ну, примерно около 10%, там 9,5-9%. Получается, что как раз они активны круглый год, и зимой, и летом. В любое время дня, пока светит солнце, мы с ними сталкиваемся. И как раз эти лучи у нас проникают через окна и через облачность. Их не задерживает облачность. И инфракрасный диапазон – это как раз мы ощущаем, когда солнечное тепло, мы ощущаем лучи инфракрасные. И как раз лучи типа А, они ответственны за так называемое фотостарение. Это наши прекрасные морщины тонких линий, пигментация, какие-либо новообразования на коже, повреждения глаз, это все к ним. И я встречала такую еще статистику, чем еще страшны ожоги кожи, которые мы получаем на солнце. Где-то была статистика, что если в детстве, ну, человек несколько раз, там порядка, по-моему, приводилось, 5 раз обгорал, то у него значительно возрастал риск новообразований.
вообще, в принципе, новообразований. Поэтому у нас такая, скажем так, страна ответственного материнства, и я призываю наших детей защищать солнцезащитными средствами с самого раннего детства. И помним, что чем младше ребенок, тем ему меньше показано находиться на прямых солнечных лучах, чтобы, ну, не обгорал. Ну, а сейчас мы поговорим, наверное, о таком еще моменте. Вот лично я, когда выхожу на улицу, редко, наверное, нет привычки, редко беру на себя труд посмотреть, какой у нас УФ-индекс. Я не знаю, конечно, как вы. Вот если здесь у нас есть люди, которые перед выходом на солнце, ну, на улицу, скажем так, смотрят, какой УФ-индекс, дайте, пожалуйста, какой-то огонечек или реакцию. Вот я, честно говоря, достаточно, ну, не так ответственна, и поэтому мне проще просто нанести солнцезащитное средство и не смотреть, какой УФ-индекс. Но пробегусь на всякий случай такой небольшой ликбез. Как правило, в зимнее время у нас низкий УФ-индекс, это примерно 1-2. То есть не требуется какой-то там сильной защиты, хотя вот здесь вот видно рекомендацию, что если мы гуляем больше часа, то требуется солнцезащита от 30. Но будем реалистами, допустим, там Москва, Питер и большинство, вот, когда очень жарко, то есть летом. Правильно, Анна? Когда у нас зима, ну, у нас очень редко бывают, вот, по крайней мере, я в Москве, очень редко бывают солнечные дни, и поэтому УФ-индекс там, наверное, где-то там около нуля болтается, 1-2 в лучшем случае. Поэтому я пользуюсь там CC-кремом, у нас он идет где-то SPF 25, этого вот просто вот так. Это даже я беру с, скажем так, с предупреждением. Когда у нас средний УФ-индекс, это вот ранняя весна бывает, это там 3-4, ну, 5 – это уже такая граничная история, то да, как раз 25-30 SPF будет более чем достаточно. Тем более, что если мы берем реалии какой-то офисной жизни, мы все-таки большую часть времени, ну, проводим в закрытом помещении, и не всегда мы сидим около окна. Поэтому, допустим, того же какого-то базового SPF, там, 15, ну, это даже он не считается 15 солнцезащитным еще, ну, допустим, зимой те же там 15, может быть, вполне достаточно, но я бы все-таки рекомендовала смотреть на район 20-30, когда 3-4. И редко мы в полдень при таком SPF, если, конечно, не гуляем днем с детьми, все-таки сталкиваемся с излучением. Обычно это утром на работу, вечером с работы. И сейчас вот я ради интереса посмотрю, какое у нас... Невысокая у нас температура, порядка 22, наверное, градусов, да? Если вот в лучшем случае. Давайте сейчас посмотрим. Не жарко. Совсем не жарко. Ну так, тепло. Какой у нас УФ-индекс? Может быть, мне что-то покажет. Вот мне не показывает показатель именно в цифрах, просто мне прогноз погоды пишет, что сейчас 23 градуса, и УФ-индекс у нас идет... Так, секундочку. УФ-индекс идет средний. А вот еще пару часов, наверное, где-то часик назад... Он мне показывал, что он высокий. Возможно, сейчас небольшая облачность. И поэтому, если вот высокий УФ-индекс, все-таки я рекомендую от 30 SPF, но лучше 50. И, соответственно, не находиться под прямыми солнечными лучами. Лучше быть в тени, если вы сейчас где-то отдыхаете за город. Угу, вот, в области сейчас 5 ОФ пишут. То есть, видите, это пограничное, наверное, распогодится и может быть вполне 6. И при показателях вот около 6, ну, то есть они объединили 6-7, ограничить солнце
и находиться в тени с 11 до 17, когда самое жесткое солнце. Но про 8, 9, 10 и 11 я даже не говорю, это какой-то там экватор. И если вы полетите в сторону Дубая, Турции или еще чего-то, берегитесь как можете, и действительно лучше быть в тени. Сейчас мы перейдем к более таким, наверное, детальным уже, не теоретической части, а более практической части. Даже там практикующие вы косметологи, я, наверное, вам ничего нового, возможно, не скажу, но просто мы проговорим то, что нам всем давно известно. Что же мы, как пользователи, да, как жители мегаполиса и как потребители солнца, скажем так, с чем мы сталкиваемся в процессе загара и после загара? У нас происходит стрессирование кожи, то есть солнце – это у нас стресс, а излучение – это стресс. У нас происходит фотоповреждение кожи, у нас происходит более раннее старение, но при этом мы отказаться от солнца, ну, и физически, и психологически, наверное, не можем. Я очень люблю тепло, и когда ты там зимой намерзся, ну, скажем, сидеть в закрытом помещении летом, это очень, ну, мне как-то видится не очень хорошо. Хочется погулять, побыть на солнышке, там, понаслаждаться природой. Но в результате что мы получим? Это может быть сухость, стянутость, шелушение даже может быть. Различные пигментные нарушения. Это может быть там плюс пигментация, либо, может быть, вы видели на сильно загорелых людях, на таких адептах солнечного, наверное, из такого загара. Я видела такое там на заграничных курортах, когда у нас там это было часто, на европейских пенсионерах, кто очень-очень любил загорать, у них прям даже было, сейчас скажу, наверное, видели такое, как беловатые пятна появлялись на коже. Что мы в результате еще получаем? Мы получаем неравномерный утолщенный роговой слой, так называемый гиперкератоз. Это один из факторов. Также кожа таким образом защищается от дополнительного повреждения. У нас происходят различные сосудистые изменения под воздействием свободных радикалов, под воздействием высоких температур. Результатом также нашего прекрасного загара будет служить снижение эластичности кожи. Наверное, видели такие яркие показатели. Допустим, спортсмены, которые много тренируются на солнце, водные виды спорта, у них даже в достаточно молодом возрасте они выглядят гораздо старше. Либо это могут быть люди, которые много времени проводят на каких-то там дачах, полевых работах, не защищая должным образом, допустим, кожу. Мы получим большую выраженность морщин. И это я сейчас говорю не только о мимических морщинках, потому что когда мы щуримся, у нас происходит залом кожи, и, соответственно, неравномерно ложится загар, и у нас есть такие белые лучики от того, что у нас кожа не загорает в складках. Еще таким образом у нас выраженность морщин происходит, а выраженность морщин еще такие тонкие, морщины тонких линий, так называемые морщины сухости, морщины повреждения нашего кожи. И в результате у нас могут быть различные какие-то дерматозы, могут быть развиваться даже как аллергия на солнце. То есть повышается чувствительность кожи. И мы сталкиваемся как раз с синдромом чувствительности кожи. И мы в своих, допустим, кабинетах, как косметологи, будем с этим всем сталкиваться, со всем этим работать, работать в профессиональных программах, назначать качественный, нужный домашний уход и работать комплексно со всех сторон, чтобы пациент дома ежедневно работал над этим вопросом, и мы в своем кабинете составлять интенсивные программы, чтобы он как раз вот дома поддерживал, пролонгировал действие наших профессиональных программ.
кроме вот этих ужасов, которые я вам тут сейчас рассказывала, как вредно солнце, как вредно излучение, что мы старимся, вот, что мы не становимся краше, у нас есть такие особенности кожи в летний период, и они связаны, скажем, и с высокой температурой, более высокой температурой, и с подстройкой нашего организма под изменившиеся условия. И что у нас меняется? У нас меняется температура, и наши потовые и сальные железы на это реагируют. То есть потовые железы у нас как раз отвечают за терморегуляцию. Мы летом при более высокой температуре больше потеем. А мы помним, что, допустим, секрет потовых и сальных желез как раз у нас составляет гидролипидную мантию нашу. И в условиях этого у нас, допустим, кожа, которая более сухая, она себя будет чувствовать более комфортно. У нормальной кожи, может быть, чуть-чуть изменится там pH, чуть-чуть изменится состав секрета сального, и, возможно, там в Т-зоне иногда будет чуть-чуть больше выделяться секрета. И кожа комбинированная или жирная, конечно, у нее появится характерный сальный такой отблеск. У нас будет в связи с более высокой температурой меняться микроциркуляция. Есть такой момент, что чем выше температура, особенно летом, мы больше пьем, и мы замечаем, что мы отекаем. Так, коллеги. Так, скажите, пожалуйста, вот у меня сейчас появилась картинка, я не поняла, у меня показывает интернет, что есть сигнал интернета, но в эфире ли я, слышно меня или нет? Слышно и видно, я появилась, да, все отлично в эфире. Спасибо вам за обратную связь. Я, наверное, прервалась на отечности микроциркуляции, мне так кажется. Смотрите, когда у нас идет изменение температуры, у нас получается, что больше жидкости уходит в межклеточное пространство из кровеносного русла. Как раз это у нас и приводит, скажем так, к отекам. Это один из факторов, который приводит к отекам. Поэтому это одна из потребностей, да, была одна из потребностей кожи как раз вот будет связана с изменением микроциркуляции. Это может быть изменение микроциркуляции, которое связано именно с температурами, изменение температур, с изменением влажности, да, если мы там в сухом, более влажном, допустим, воздухе, в Тай поехали, допустим. И это еще может быть связано, у нас меняется микроциркуляция, когда происходит травма, в частности, солнечный ожог. При высокой температуре, если помним, летом для коллег, там, медиков, не медиков, да, повторю, что помните, что плановые операции, как правило, не назначают летом. Не то, что как правило. В общем, стараются делать только экстренные операции. Это связано с тем, что при более высокой температуре у нас увеличивается скорость развития микрофлоры. Мы это можем видеть, когда мы оставили наши продукты не в холодильнике. Пригодность пищи, да, ее временной промежуток сильно снижается. Если помните, там очень легко летом отравиться. То есть вот эти вот факторы, они действуют не только на продукты, это действует, скажем, на всю микрофлору. И, безусловно, там какие-то раны, порезы, воспаления. Больше есть риск, что будет там какое-то осложнение в связи с этим.
И когда у нас идет воздействие стрессовых факторов, это дополнительная нагрузка на весь организм. Вот я уже говорила, что стрессовый фактор это у нас в частности может быть изменение температурных каких-то режимов. Это я говорю вообще про весь организм. При там более высокой температуре у нас может быть там вопросы с давлением. У нас могут быть там вопросы в том числе там с определенными моментами нам нужно поддерживать водный режим, для того, чтобы наш организм был благополучен. Стрессовым фактором может быть какое-то пищевое отравление. Мы помним, что у нас организм единое целое, и кожа – это орган. Это не средство красоты, это орган. То есть средство красоты он тоже. Но в первую очередь это функция его защита организма от окружающей среды. И все эти факторы, измененные, они влияют на потребности кожи. И со всем этим мы, как правило, там, с какими-то пищевыми, возможно, отравлениями, неблагополучиями, со всеми этими факторами мы сталкиваемся в летнем отдыхе. Наш отпускной отдых, как правило, включает все эти факторы. И у нас, я хочу вам предложить скомплектовать, наверное, косметичку минимум, такую универсальную. Я не смогу рассмотреть сейчас все типы кожи, но если вы являетесь, допустим, обладателем жирной кожи или у вас ребенок-подросток, по-моему, 12 числа у нас будет вебинар по акне, по жирной коже будут особенности ухода за ней. Поэтому рекомендую туда сходить, послушать или зарегистрироваться. И, если не ошибаюсь, при регистрации, если не вы можете участвовать, по-моему, приходит запись. Вот я, честно говоря, ни разу, признаюсь, не тестировала данную функцию, но должна приходить видеозапись всем заговариваюсь, тем, кто зарегистрировался. Я предлагаю представить, что у нас небольшой багаж. Как правило, там, да, приходит. Спасибо, Екатерина. Ну, допустим, две подруги летят в отпуск, или ребенок с матерью летит, там ребенок может быть подросток, когда нет особых проблем кожных. И нам хочется взять по минимуму, потому что лететь в отпуск, и у тебя там четверть чемодана занимает косметика, своя косметичка, косметичка, допустим, там мужа, косметичка ребенка. Ну, так себе история. Хочется налегке, тем более, что сейчас в реалиях жизни я посмотрела, что все там авиаперевозчики, очень так интересно, они уменьшили вес багажа. То есть большинство уже идет таких билетов, там 14 килограмм, а не 23, там 10 килограмм, и, ну, скажем, уже начинаешь думать, что взять с собой. И исходя из того, что мы проговорили, я такие универсальные средства подобрала. Ну, начнем, наверное, что нам должно быть: очищение, тонизация, сыворотки, крем. Ну, это может быть крем для лица, крем вокруг глаз, либо там сыворотка какая-то, гель для глаз. И защита, в первую очередь защита. Но начнем мы с очищения. Я выбрала одно средство, хотя у нас их гораздо больше. Сейчас объясню, почему. Смотрите, мой, наверное, фаворит в такой поездке – это будет гель очищающий. Это вообще самое первое средство очищающее, которое сделала Гельтек. Там мягкий природный ПАФ. PH очень близок к коже. Вот у нас ПАФ – это кокоглюкозид. Он растительного происхождения. Не сушит кожу, не стягивает данное средство, нет ощущения очищения кожи до скрипа. Если есть адепты очищения кожи до скрипа, повторюсь, может быть, вы слышали или не слышали, что не нужно очищать кожу до скрипа, потому что кожа в ответ на это старается выработать больше кожного сала в целях защиты.
она понимает, что происходит, и думает, что ей нужно защититься. Также, кроме пава, ну, нужно же очищать. Так, прервался. А теперь меня слышно? Все хорошо. Да, так, отлично, потому что у меня опять он прервался. Я не понимаю, что происходит у нас. Продолжу в надежде, что я появлюсь. Кроме пава, у нас там содержатся экстракты зеленого чая и гамомелиса. Отлично, спасибо вам, Екатерина. Я вот говорила, но сейчас повторюсь, у меня максимальный сигнал идет. Я не понимаю, что за технические неполадки, потому что у меня показывает, что Wi-Fi у нас в компании максимальный. Возможно, это не на нашей стороне. Вот, так. У нас содержатся, повторюсь, экстракты зеленого чая и гамомелиса. То есть он будет балансировать в том числе салопродукцию. И зеленый чай – это у нас известный антиоксидант, который будет как раз работать со свободными радикалами. И сок алоэ вера, он, конечно, будет успокаивать кожу. Понятно, что у нас моющее средство находится буквально там считанные секунды на коже. Но, однако, вот эта вот ежедневная рутина, правильная рутина, она играет очень большую роль в благополучии кожи. Потому что если мы каждый день будем, допустим, мыть посуду жесткими моющими средствами, у нас руки без перчаток, через какое-то время мы заметим, что у нас, даже с учетом того, что мы будем пользоваться кремом, у нас качество кожи рук будет сильно ухудшаться. И вот эти вот маленькие такие шаги, вот эти элементы, они очень сильно сказываются на благополучии. Это такой базовый фундамент. Напомню на всякий случай, как правильно умываться. Мы увлажняем лицо, выдавливаем одно, ну, два нажатия даже, вспениваем очень хорошо. Средство пенится не очень сильно. Оно такое мягкое, деликатная пенка. Действительно, оно не очень сильно пенится, и это нормально. Не нужно больше очень много брать этого средства. Вспениваем и, соответственно, уже размыливаем. Два нажатия, как правило, достаточно для очищения там, лицо, шея. Возможно, там, если небольшие объемы, и на декольте. То есть больше трех нажатий мы не делаем. Вот если мы берем максимальную территорию. В чем еще плюс этого средства? Оно у нас есть в объеме 100 мл, то есть мы можем его взять в ручную кладь. И это же средство может выступать в качестве геля для душа, потому что мы не рекомендуем это, но мы знаем, что есть мамочки, которые данное мягкое средство используют для купания младенцев в том числе, потому что оно очень мягкое, очень деликатное. Если попадает в глаза, ну вот я, допустим, про свой демакияж говорю, оно не щипет глаза. То есть его, конечно, можно использовать для снятия макияжа в зоне глаз. Хотя, конечно, там кожа очень тонкая, нежная, она раньше всех стареет. И если у вас специализированное какое-то средство есть для снятия макияжа с глаз, допустим, вы вечером куда-то там вышли в ресторан, то можно использовать ваше специализированное средство. Если так оказалось, что у вас ничего нет, и очистить кожу надо, то данным средством тоже можно очистить кожу вокруг глаз, если у вас, конечно, не водостойкий макияж.
Следующее у нас средство, это у нас будет прекрасная тонизация. И выбрала я, в общем-то, в данной категории не сказать, чтобы тоник. То есть я выбрала лосьон концентрат Нео. По факту это не тоник, хотя он может использоваться как тоник. Это актив, который мы применяем, допустим, для нашей знаменитой, это один из элементов нашей знаменитой так называемой там маски фарфоровая кожа. Почему я выбрала его? Во-первых, там содержится фосфолипидный комплекс с дигидрогверцетином. Дигидрогверцетин используют в медицине для усиления регенерации, допустим, в ожоговых отделениях. То есть в медицине его используют для заживления повреждений кожи, для ускорения заживления ран. В липосомальной форме для более глубокого проникновения мы его используем для усиления регенерации. То есть в нашем случае, как вот косметологи, усиление регенерации – это улучшение качества кожи, это профилактика старения в том числе. И дигидрогверцетин у нас является очень хорошей антирадикальной защитой. Также там будут содержаться… момент, забыла сказать. И этого дигидрогверцетина в данном препарате, в концентрате, содержится 10%. Это максимальное вообще, вот максимальное содержание дигидрогверцетина вообще в нашей линейке. Также там будут содержаться экстракты арники, плюща, липы, мальвы, огурца, постеницы лекарственной. Это то, что будет как раз у нас защищать сосуды, улучшать их качество, вазопротекторы. И будет как раз улучшать микроциркуляцию, улучшать в том числе… сбилась немножко, улучшать лимфодренаж, в том числе улучшать внешний вид кожи, какую-то эритему уменьшать. Можно, но он не будет матировать. То есть тут вопрос, можно ли этот лосьон использовать для жирной кожи. В качестве улучшения регенерации, да, можно. Но этот лосьон, он не будет контролировать себорегуляцию, он не будет… как-то работать с pH кожей. То есть он будет работать, там же жирную кожу нужно закислять, он не закисляет кожу, но при этом противопоказанием он не является. И данный лосьон, концентрат, как можно еще использовать, сразу скажу. То есть вообще, пожалуйста, можно использовать для любых типов кожи. В чем его еще плюс? У него есть распылитель, который, ну, можно орошать лицо или если, допустим, подгорели плечи. Но сразу скажу, дигидрогверцетин имеет такой коричневатый оттенок, и лосьон-концентрат, он коричневого цвета. Поэтому, если вы, ну, подумали орошать в светлой одежде, то вы можете ее испачкать. Действительно, это очень хороший успокаивающий элемент. То есть, если мы там едем с минимальной косметичкой, то мы можем его использовать в том числе как, ну, взяли, допустим, одноразовую масочку без пропитки. Их продают там на каких-то маркетплейсах, допустим. Там обычно вот такая тканевая масочка. И мы можем для увеличения экспозиции данного средства пропитать маску и положить на 10-15 минут, если нам нужно немножечко успокоить кожу. Допустим, есть у нас какой-то элемент неспокойствия кожи после того, как у нас вот небольшая эритема, после солнца, например, или подгорели немножко плечи. Мы можем вот такое нетипичное, совсем нетипичное и не совсем рекомендованное. У нас в рекомендациях не прописано на сайте такое, но мы можем нетипичное это средство использовать. Это средство прекрасно подойдет для профилактики старения. То есть это вот 30-30 плюс, пожалуйста, можно использовать для всех. Будет выравнивать тон кожи, будет способствовать ее уплотнению, потому что как раз это у нас последствия улучшенной регенерации. Замедлять признаки купероза, который вот может там проявляться после сильного загара.
И лимфодренажный эффект, так как там есть экстракты, вазопротекторы, тоже будет. Соответственно, за счет улучшения микроциркуляции экстрактов у нас будет также вот этот момент снижаться вероятность каких-то дерматозов, каких-то реактивных реакций, повышенной чувствительности. Понятно, что это полностью не исключит, но мы будем в ту сторону работать с помощью этих компонентов. Если у вас жирная кожа, действительно жирная кожа, то можно взять, допустим, наш беспиртовой лосьон, беспиртовой тоник для жирной кожи. Более подробно я сейчас повторюсь, у нас 12 числа будет вебинар, и как раз там нюансы жирной кожи с акне будут рассматриваться подробно. И данным, кстати, тоником мы можем протирать зону вокруг глаз очень аккуратно, но можем. И я предлагаю рассмотреть в качестве сыворотки два варианта. Первый вариант, скажем так, более возрастной, наверное, более сильный, более такой тяжелая артиллерия. И данную сыворотку я буду рекомендовать использовать вечером, но не потому, что витамин С, ну это сейчас скажу, там может быть вы не видите, это у нас C-Energy, сыворотка с витамином С. Вечером я ее буду рекомендовать использовать не потому, что якобы витамин С будет усиливать фоточувствительность. Ну, во-первых, у нас витамин С стабильных форм используется, не кислая форма, и она никак не будет влиять на фоточувствительность. Но есть такой момент. Эта сыворотка содержит очень большое количество антиоксидантов. И им для того, чтобы поработать, требуется все-таки определенное время. А летом что происходит? Мы вышли, позагорали, покупались, обновили SPF, перед этим умылись, смыли часть с водой, часть у нас с потом растворилась. И, соответственно, ну, КПД, наверное, этой сыворотки днем при нанесении будет гораздо ниже, чем если бы мы нанесли ее на ночь, и она спокойно поработала максимальное количество времени. Во-вторых, еще при открытом солнце, при нахождении на солнце, у нас все-таки компоненты, любые, которые мы наносим на лицо, окисляются. То есть все-таки КПД тоже будет чуть-чуть ниже. Поэтому я предлагаю эту сыворотку переместить на вечер. И почему еще на вечер? Эта сыворотка не очень жидкая, то есть она не как водичка. Она более чуть-чуть плотнее и имеет такую гелеобразную текстуру. А днем мы, как правило, летом любим более легкие текстуры, более невесомые. Поэтому, если мы рассматриваем гипотетическую такую универсальную косметичку, то условно мы можем ее на вечер. Хотя никто не запрещает, можно утро-вечер использовать. Безусловно. Нет каких-либо там противопоказаний. Чем она так хороша? Во-первых, здесь есть ниацинамид. Он будет у нас работать и на тон кожи, это известный антиоксидант. Будет работать и тон будет давать хорошей коже, и будет работать на укрепление сосудов, будет способствовать выработке качественного коллагена в том числе. И у него есть такой интересный момент, он балансирует себорегуляцию. При этом он не будет пересушивать кожу, потому что есть компоненты, которые сушат, ниацинамид нет. Он будет уменьшать салоотделение там, где оно повышено, и улучшать, усиливать салоотделение без подсушивания там, где его немножечко недостаточно. Тут содержатся две формы витамина С. Это липосомальный витамин С и витамин С в стабильной форме, в форме аскорбилглюкозида. 5% витамина С. Это очень хорошая дозировка, это будет очень хорошо работать, предотвращать перекисное окисление липидов, будет бороться со свободными радикалами, предотвращать повреждения наших тканей. Тут содержится и ресвератрол, и фируловая кислота, также витамин Е, экстракт зеленого чая. То есть это известные такие антиоксиданты, которые
ну вот я уже упоминала, они у нас борются как раз с преждевременным старением, со свободными радикалами. И чем больше у нас мы подвергаемся солнечному излучению, либо каким-то другим излучениям, каким-то стрессовым факторам для нашего организма, тем больше у нас атака свободных радикалов на наши органы и ткани. В данном случае мы рассматриваем кожу. И также в качестве уходовых компонентов у нас будет гиалуроновая кислота и депантенол. То есть это такой очень мощный, противовозрастной, можно так сказать, да, комплекс, ну, такой комплекс. Комплекс может быть чуть-чуть попроще, но ничуть не хуже. Второй. И вот это я бы, наверное, предложила на утро. Ну, именно из соображений того, что он легкий, невесомый, моментально впитывается. Он такой прям как водичка. Это сыворотка, интенсив омоложения. В чем ее сильные стороны, кроме текстуры? Он будет содержать такие компоненты, как клеточная фитокультура, будет способствовать продлению жизни наших кератиноцитов, а чем дольше их жизнь, тем лучше внешний вид нашей кожи. Бета-глюкан – это тот компонент, который будет улучшать местный иммунитет кожи. А мы помним, да, что, ну, я уже говорила про это, что у нас будет увеличиваться как раз скорость развития, ну, разной микрофлоры, но мы в данном случае у нас патогенная больше будет интересовать, и различные микроповреждения вполне возможны. А бета-глюкан – это тот компонент, который будет вот работать на местный иммунитет, и, соответственно, опосредованно мы столкнемся с тем, что у нас меньше вероятность каких-либо там подсыпаний на лице, допустим. Будет содержаться, не будет содержаться, содержится высокомолекулярная гиалуроновая кислота, которая будет нам давать такую дышащую, воздухонепроницаемую пленочку, которая обеспечивает нам поверхностное увлажнение. Но кроме поверхностного увлажнения, там содержится гиалуроновая кислота со сверхмалой длиной цепи. И данный компонент будет работать на глубокое увлажнение кожи, на поддержание депо гиалуроновой кислоты в коже. Понятно, что если мы данную сыворотку используем, допустим, там под аппаратные процедуры, у нас КПД проникновения данного компонента будет гораздо выше. Но при этом всем, даже без какой-либо аппаратной косметологии, гиалуроновая кислота со такой сверхмалой длиной цепи будет проникать у нас в глубокие слои кожи. Данную сыворотку можно наносить, пожалуйста, лицо, шея, декольте, вокруг глаз. Нет противопоказаний. Берем небольшое количество, наносим, впитываем и закрываем финальным средством. В качестве жирной кожи, допустим, там финальное средство, крем не обязательно, потому что при жирной коже, как правило, своих липидов хватает. Если это кожа, допустим, нормальная, склонная к сухости или комбинированная с более сухими участками. Комбинированная кожа, она же может быть не только жирная, нормальная комбинация, а это же может быть комбинация нормальная, сухая. И давайте рассмотрим универсальные кремовые истории. Потому что если, допустим, там собирается девочка 20 лет на море, ну, это немножко одна история, а когда собирается девушка там 30 лет или там 30 плюс, 35 плюс и старше, это немножко другая история. Потребности кожи другие, стареть никому не хочется. Но при этом всем хочется, чтобы крем был комфортен. И, как мы говорим о универсальной косметичке, в идеале, чтобы это можно было наносить и утром, и вечером, а не вот 250 банок. И что я предлагаю, скажем, не мы, я предлагаю. Я предлагаю, как ни странно, крем ночной увлажняющий. Объясню свою логику. На день у нас будет SPF защита, и поэтому мы все равно, даже если мы используем увлажняющий крем днем, мы будем все равно закрывать его SPF-ом. Поэтому содержание SPF-а
креме, как, допустим, у нас есть дневной увлажняющий с SPF 10, нам, в принципе, не обязательно, чтобы в средстве был небольшой SPF. Все равно мы будем закрывать его сильным SPF, профильным. И данный крем будет подходить для всех типов кожи. Естественно, когда, ну, с этим столкнется обладатель жирной кожи, вряд ли он захочет закрыть сыворотку кремом. Скорее всего, он сразу, данная героиня, допустим, нашего рассказа, она перейдет сразу к SPF, потому что сывороткой мы увлажним кожу, и затем мы закроем легким SPF, легким именно по текстуре, а не по величине SPF-фактора. А вот если обладательница, допустим, там комбинированной кожи, обладательница нормальной или склонной к сухости кожи, она захочет закрыть сыворотку каким-то кремом. При этом, чтобы он не был очень тяжелым, но в то же время, чтобы он поддерживал гидролипидную мантию и увлажнял. И еще желательно, чтобы был не комедогенен. Данный крем как раз будет и увлажнять, очень легко, быстро внедряется, не дает жирного какого-то блеска, с легкой текстурой, очень комфортен. И тут компоненты за это отвечают. Это масло сладкого миндаля и масло ши. Они как раз восполняют как раз липидную нашу фазу. Гидролизированные протеины шелка будут работать на качество кожи. Будет поверхностное увлажнение давать наша гиалуроновая кислота. И депантенол и сок алоэ вера – это успокаивающие компоненты, которые будут также поддерживать благополучие нашей кожи. Но что же вокруг глаз мы делаем? Я предлагаю, исходя из такой логики, что кожа вокруг глаз у нас гораздо раньше стареет. Тут содержится гораздо меньше сальных желез. Она более тонкая, она подвергается очень большому количеству механического повреждения, потому что сколько раз мы моргаем, смеемся, все эмоции у нас вокруг глаз. Поэтому я предлагаю такой можно так сказать, условно-антивозрастной препарат, потому что здесь содержится пептид-матриксил, как раз ультрамолекулярная гиалуроновая кислота, которая также в интенсив омоложении содержится. То есть этот крем можно будет применять в дополнение к сыворотке, или там, если вы сыворотку не наносите на зону глаз, то как раз вот этот очень легкий крем будет также работать на поддержание депо влаги. Такой элемент, ингредиент, как полулан, будет как раз давать эффект кожного лифтинга. Кофеин будет как раз обеспечивать нам улучшенную микроциркуляцию, то есть будут уменьшаться при регулярном применении темные круги вокруг глаз. Витамин Е, наш антиоксидант, фукагель также будет вместе с гиалуроновой кислотой работать на увлажнение. И масло сладкого миндаля дает такой легкий-легкий, такую липидную фазу. Потому что все-таки кожа вокруг глаз немножечко суше, чем кожа у нас на лице. И данный крем мы можем применять не только в области вокруг глаз. Мы его можем применять в зонах шеи и декольте. Потому что эти зоны мы, как правило, незаслуженно обделяем своим вниманием. И в зоне декольте и в зоне шеи также пониженное содержание сальных желез. Кожа тоже более тонкая, более чувствительная, более подверженная каким-либо негативным факторам. И вспомните, как часто вы сталкивались с тем, что у вас обгорает декольте. Я думаю, очень часто. Поэтому дополнительный какой-то уход этой зоне очень нужен. И наш, там, не знаю, король нашего дня, если можно так сказать, это защита, это то, без чего
не знаю, наверное, в отпуск просто бессмысленно лететь, даже если вы летите в какие-то облачные, при не очень хорошей погоде регионы, вы рискуете там очень сильно при облачности обгореть. И наверняка вы знаете, что сильнее всего обгорают как раз, когда такая ветерочек на пляже, когда у нас облачность на пляже, самые жесткие ожоги, потому что люди забывают обновлять солнцезащиту, и кажется, что эти облака защищают нас. Нет, к сожалению, это не так. Я вам предлагаю взять универсальное средство, мультипротектор 50+ SPF Oil Free. Ключевой момент – Oil Free. Он подойдет для жирной кожи. Данное средство подходит в том числе детям с трехлетнего возраста. Также тут содержится один физический фильтр – это диоксид титана в наноформе. Он не выбеливает кожу. То есть там такие… Господи, размельчен. Сейчас попробую вам показать. И он не жирнит кожу. То есть есть вот этот вот элемент такой, наверное, когда мы наносим на кожу и разносим, такой элемент, наверное, кажется, что он плотненький. Но эту плотность ему дает фукагель. То есть этот фукагель как раз обеспечивает два элемента. Первое, он увлажняет, поэтому он может быть финальным средством вместо там уходового крема у жирной кожи, потому что функцию увлажнения он выполняет, как раз то, что нужно жирной коже. И при этом всем, если мы наносим его там на базовый какой-то уходовый крем, любой, то он будет в том числе не только защищать, но и увлажнять. И его большой плюс – он не комедогенен. Фукагель также, кстати, обладает таким, ну, свойством, как микробиом френдли. Он поддерживает нашу нормальную микрофлору, обеспечивает ей благополучие, благополучные условия для того, чтобы она, ну, развивалась и жила. И это наша базовая косметичка, такая мини. То есть здесь у нас не так много средств. Я вам предложила две сыворотки, вы можете выбрать любую из них. Не обязательно две, а можете взять две сыворотки. И кроме, скажем так, средств минимум, если вы летите больше, чем на неделю, ну и даже, в принципе, даже если летите на неделю, хорошо бы взять еще дополнительные средства. И что это может быть? К дополнительным средствам я отношу это глубокое очищение. Это маска и это обязательно соссредство. Потому что мы все будем сталкиваться с какими-то либо, ну, как правило, ожогами кожи, либо укусами насекомых, либо какими-то травмами. Редкий отпуск обходится без этих приятных моментов, в скобочках приятных. И если у нас кожа склонна к повышенному ороговению, что у нее, допустим, гиперкератоз, часто с этим как раз сталкиваются обладатели жирной комбинированной кожи, то требуется качественное очищение, чтобы у нас эпидермис не нарастал, чтобы у нас по минимуму было закрытых и открытых комедонов. Я предлагаю взять с собой маску энзимную пектиновую. Она у нас сейчас недавно появилась в приятном объеме 100 мл. До этого было 200. И есть еще такой момент, что не обязательно ее брать в таком большом объеме. Но одно дело, если вы летите с семьей и все ей пользуетесь, этой маской. А есть у нас вот такие вот миниатюры. Они по 5 грамм. То есть вот данную миниатюру можно использовать на один раз. И можно взять вот таких несколько миниатюр и использовать эту маску энзимную пектиновую в дороге, ну и там на отдыхе. За счет чего она будет работать? Ну, кроме
нашего пектина, который будет помогать разрыхлять роговой слой и улучшать десквамацию от эпителия, отмерших частичек. У нас там содержится пилмоист. Вообще он содержит фермент папаин, но не просто фермент папаин, а там есть такие, как микросферы определенные, да, увлажняющие, и они обволакивают наши кератиноциты. За счет этого у нас не только идет разрыхление, но еще и увлажнение кожи. Также в помощь пектину и папаину будет содержаться молочная кислота. Но вы не пугайтесь, потому что мы все слышали, что вот кислоты лечат фотосенсибилизацию. Так, по-моему, я пропала опять. Я спрошу вас. Связь у нас восстановится. По-моему, я опять появилась, мне так кажется. О вреде кислот, да. Спасибо большое, Оксана. То есть мы все это прекрасно слышали. Но в данном препарате у нас молочная кислота в такой концентрации, что она не оказывает данного действия, ну, если мы ее по регламенту применяем. А она... Так. По-моему, связь восстановилась. Я на молочной кислоте восстановилась. Да что ж такое? Прошу прощения, я полагаю, что это вот не связано с какой-то нашей внутренней сетью. Мне кажется, это какие-то неполадки, возможно, у провайдера, или я даже могу пред... не могу предположить, что это может быть. И видно. Ну, так, я опять появилась. Не могу понять, могу ли я говорить?
продолжу в надежде, что как-то вы услышите это. Даже не могу предположить, как в данной ситуации действовать, я в растерянности. Тогда постараюсь прям кратко, потому что я не понимаю, в какой момент это все прервется. Молочная кислота у нас в данной концентрации будет как разрыхлитель работать. Очень мягко, бережно, и будет также как раз способствовать тому, что у нас будет поверхностное увлажнение поддерживаться. Молочная кислота – это у нас один из элементов нашей гидролипидной мантии. Ну, соответственно, соль рапан у нас тоже будет как раз давать лимфодренажный какой-то эффект. Мочевина, серина, лаин, пролин. Типом кожи. Как правило, очень часто бывает в том числе, что жирная кожа, она обезвожена, и ей требуется увлажнение. Хотя ее обладатели не всегда это понимают, что требуется увлажнение и что кожа обезвожена. Курсом. Что из себя представляет курс маски? Можно использовать ее ежедневно в течение 10 дней, если нам требуется интенсивное увлажнение. Друзья, скажите, пожалуйста, вот то, что я вещала, там, заканчивая про маску энзимную и касаемо маски увлажняющей, это было слышно, потому что я не видела себя на экране, и я не понимаю. Проблемы только были с изображением, меня не видно, но это, в принципе, Бог с ним. А было ли меня слышно? Понятно. Так, коллеги, даже не знаю, что делать, если честно. Давайте я, наверное, продолжу. Про данную маску. Данная маска у нас будет как раз содержать в том числе комплекс акваксил,
который будет у нас обеспечивать улучшенный транспорт влаги между разными слоями кожи. Будет также увлажнение поверхностное обеспечивать два ингредиента. Это камедь цельзопинии шиповатой и высокомолекулярная гиалуроновая кислота. И содержит прекрасный комплекс у нас венотоников, арники плюща и препаратов, которые будут улучшать микроциркуляцию, улучшать внешний вид кожи, улучшать ее антиоксидантную защиту. Это мальва, бузина, липа, огурец, постеница лекарственная. Если помните, данный комплекс экстрактов у нас содержится в лосьоне концентрате «Нео». И следующий у нас препарат – это СОС-средство. Вот действительно, это одно из самых моих любимых средств, которые, очень-очень рекомендую обязательно в отпуск приобрести. Это у нас гель «Интенсив регенерация». Мы все привыкли в большинстве своем, как обыватели, брать с собой пантенол на пляж, в отпуск или в какую-то поездку. Но данное средство, оно гораздо лучше пантенола. Почему? Потому что в аптечном пантеноле у нас содержится 5% депантенола. И все. В этом средстве содержатся те же 5% депантенола. И в том числе высокомолекулярная гиалуроновая кислота, хитозан, бета-глюкан, сок алоэ вера и экстракт ромашки и календулы. Я сталкивалась с различными повреждениями кожи и могу сказать на собственном опыте, что данное средство очень сильно ускоряет регенерацию и заживление. Солнечные ожоги, какие-то укусы насекомых, царапины, раны. Главное, чтобы мы обработали кожу, не допустили ее инфицирования, допустим, если какая-то открытая рана или порез. И мы потом наносим спокойно данное средство. Оно действительно сильно, 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 прям в разы усиливает скорость регенерации, скорость восстановления кожи. Допустим, хиалиты, когда трещины в углу рта, тоже будет как раз это средство помогать. Снимать как раз еще неприятные такие моменты, когда у нас солнечный ожог, у нас какая-то эритема, небольшая стянутость. Можем достаточно обильно наносить на разные участки там, лица, тела. Будет как раз способствовать восстановлению кожи. И скажите, пожалуйста, вот мы прошли с вами полную презентацию, и я готова ответить на вопросы, если они есть. Я не понимаю, я в эфире или нет, если честно. В эфире, да? Потому что я себя не вижу. У меня такое ощущение, что я просто... А, супер просто, потому что вы, наверное, видите, что я растерянная, я не понимаю, меня там слышно, видно или нет, потому что такое ощущение, что меня выбило из эфира. Видимо, просто видеокартинку не тянет. А экран транслируют? Ну, именно презентацию. Да, экран есть. Спасибо вам большое за обратную связь, потому что я уже думала звонить айтишникам и говорить, что меня выбило, что делать там, возобновлять эфир, выходить или что делать. Про этап нанесения крема можно перечислить средства. Правильно ли я, Оксана, поняла, что вы хотите, чтобы я сейчас, быстро перечислила те средства, которые я в аптечку, ну, как не в аптечку, в косметичку предлагаю взять? Понятно. Давайте сейчас быстренько. Смотрите, первый этап – это гель очищающий у нас.
Я сейчас, наверное, покажу в миниатюрке. Он есть во многих наших наборах. Я не вижу, что в экране это или не в экране. Наверное, ну, в общем, неважно. Я на всякий случай покажу. Вот такая есть миниатюрка 5 грамм, если вы хотите его просто попробовать. Либо у нас есть 100 и 200 грамм гель очищающий. Второе средство в качестве тоника, хотя это не является, в принципе, тоником. Он не только выравнивает pH, вот, восстанавливает pH, но это средство, которое будет как раз и антиэйдж защита. Это, в принципе, полноценное антиэйдж средство. Это у нас лосьон-концентрат Нео с 10% дигидрокверцетином и природными там, натуральными экстрактами, которые нам будут обеспечивать антиоксидантную защиту, вазопротективное действие. Третье у нас средство – это сыворотки. И сыворотки, сейчас, секундочку, что-то у меня тут экран, вот. Угу. И это сыворотки у нас будут. Быстренько. Это интенсив омоложения и C-Energy. Интенсив омоложения у нас более легкой текстуры, моментально впитывается. Тут низкомолекулярная, ультранизкомолекулярная гиалуроновая кислота. А у нас полноценным таким, прям тяжелая антиэйдж артиллерия, защита от свободных радикалов. Это вот антиоксидантная сыворотка C-Energy с ресвератролом, ниацинамидом, витамином С в двух формах, ресвератрол, так, фируловая кислота, витамин Е. Напомню просто, что у нас, как правило, антиоксидантами являются витамины чаще всего, и поэтому не только мы принимаем витамины, там, мажем на себя препараты с витаминами, но также мы следим за тем, чтобы у нас витамины были в благополучии в организме, в достатке. Потому что они нам помогают как раз бороться там, с заболеваниями. Мы помним, что витамин С мы принимаем, когда заболеваем. И два крема предлагаю. Это универсальный крем увлажняющий. Они похожи очень по текстуре с дневным кремом увлажняющим. Просто разница в том, что там содержится небольшой SPF, которого достаточно будет в зимнее время года, но недостаточно в весенне-летнее. А данный крем как база под макияж подойдет для всех типов кожи. Конечно, может быть, меньше понравится у кого такая очень сильно жирная кожа. Они предпочтут не пользоваться вообще кремом, а просто воспользоваться SPF сразу. И крем вокруг глаз, это у нас с пептидом Матриксил. Он, конечно, больше будет работать на увлажнение, на лифтинг эффект, улучшение микроциркуляции кожи, улучшение качества кожи. Но если у вас, допустим, совсем вы юная, то, конечно, можно воспользоваться, допустим, гелем вокруг глаз. Вам в 20 лет, допустим, пептид Матриксил, в общем-то, и не нужен будет. И, соответственно, защита, которая подойдет для всех типов кожи, но говорю, что она не водостойкая. После там, того, как вы умылись, там, искупались, ее нужно будет обновить. Еще маленький момент, о котором я забыла упомянуть. Профессионалы знают, а вот ну, мы, как обыватели, можем про это забыть, что у нас химические фильтры. У них есть определенный промежуток, в течение которого они работают. Это не более 2 часов нахождения под прямыми солнечными лучами. После этого их активность падает, они перестают переводить как раз солнечную энергию в тепловую энергию и не могут в должной мере уже защищать нас. Поэтому через 2 часа, там, если вы не купались, допустим, а просто там находились, ну, немножечко в тенечке, но на открытом воздухе, да, 2 часа, то вам нужно будет очистить кожу и нанести новую порцию солнцезащитного средства. Очистить кожу – это не обязательно, что вы должны пойти там умыться с мылом. Вы можете взять, допустим, нашу блефорол салфетку или там взять там тоником протереть лицо или там, и нанести ну, следующий слой достаточный за солнцезащитного средства. Ну и, соответственно, еще проследить, как правило, чтобы ваши там близкие, родные не забыли тоже про это. Данное средство, оно будет защищать
и от инфракрасного излучения, и от солнца, и от лучей типа А и Б. И в том числе нам нужно будет еще такой немаловажный фактор, он защищает от излучения голубых экранов. Количество сыворотки по достаточности, потому что, как правило, если мы говорим там о дозировании, ну, если я сейчас я попробую вспомнить, но ну, мне, наверное, сыворотки одного нажатия интенсив омоложения мне хватит на лицо, шею, может быть, даже там на декольте останется. Там она действительно очень легко распределяется, она прям действительно очень так хорошо расходится. А витамин С, он немножко поплотнее будет. Попробуйте, посмотрите как. Если вы берете вот такие миниатюры по 5 грамм, то там уже вы там дозируете. Просто не должно быть ее много сыворотки, потому что иначе она, ну, таким плотным слоем ляжет и будет просто под следующими средствами скатываться. И сыворотки не должно быть много. Ну, если мы берем там еще обязательное средство, которое прям действительно, ну, не взяли вы, допустим, глубокое очищение, на неделю едете, не взяли вы маску увлажняющую, обязательно возьмите вот это вот средство СОС. Серьезно говорю, не пожалеете. Я вот любую поездку, особенно на море, обязательно покупаю это средство. Оно в небольшом таком объеме есть, 30 миллилитров. А его, в принципе, если вы там едете и не планируете постоянно обгорать, вполне достаточно. Я иногда даже просто брала и делала из нее. Ну, это понравится, допустим, жирной коже не понравится. Ну, можно, может перенести там нормальная сухая кожа. Я ее прям наносила как сыворотку плотным-плотным слоем и там выходила, допустим, на ужин. Но это не всегда комфортно, потому что толстый плотный слой, как маска такая, сверху крем, да, он успокоит на какое-то время, если я обгорела, но будет не совсем комфортно находиться в теплой среде, поэтому я там могу вернуться, она поработала, смыть излишки, вот это вот все, и потом уже нанести комфортное количество, комфортное средство. Поэтому ее вот можно, допустим, там достаточно обильно наносить на раневые поверхности. Да, я приношу свои извинения, но я вот до сих пор себя не вижу. У меня до сих пор такое ощущение, что я не в эфире, хотя вы мне пишете обратную связь, что все хорошо, но тут я не знаю, с чем это связано. Спасибо вам за внимание, за терпение, что вот мы с вами тут через такие тернии прошли небольшие. Я надеюсь, вам понравилось. И да, отлично. Спасибо вам большое. Буду рада вас видеть и приходите 12 числа, если у вас там жирная кожа, если у вас дети с жирной кожей. Там будет как раз такой хороший, качественный разбор, я полагаю. Вести буду не я, будут мои коллеги вести. Ну, я думаю, что все, как всегда, будет на высоте. Поэтому я с вами прощаюсь, до новых встреч и прекращаю наш эфир. До свидания.